Привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Михаил. Продолжаем проходить невероятного Человека-паука, или нового Человека-паука. Так, я в прошлый раз победил босса, робо-змей или робо-червь. В общем, после этого я немножко играл, но не стал это записывать по кое-каким причинам. То есть там ничего толком не было, сейчас вы увидите, переодел костюмчик. Я должен войти в дверь и дать это Гвен. Надеюсь, она в порядке. Все в порядке. Который ни разу не одеван. И он мне очень понравился на самом деле. Это потому, что мы твою мамашу обсуждаем. Вернись на пост. А сейчас мы, как вы поняли, в Аскорпе. Аскорп или как его? О, смотрите, даже моя тень есть. Я как Assassin's Creed. Окей. Или как Бэтмен. Или как все вместе. В общем, ладно. Их очень много. И как вы понимаете, без шухера мне не пройти. В общем, там я... Давайте сразу покажу. В принципе, ничего не было. Я приобрел, по-моему, вот этот суперприем. Сейчас посмотрим. Окей. Не помню, или в прошлой части его приобрел. Ну, в общем, ничего такого существенного не было. Вот это что за такое? О, у меня же можно, смотрите, сейчас. Нет, а где у меня? Где? Так. А, я сразу... Это очки у меня, да? Очков-то много. Давайте вот это посмотрим. Увеличивается прочность паутины, благодаря чему враги не смогут выбраться из нее. Ну, неплохо. У меня 900, по-моему, да? Приобрести? Почему ты не приобрести? А, тут у нас... Не понял. Ничего не понял, на самом деле. Вот это, что ли, надо? Нет, подождите. А, прилипание к стене уменьшается... Количество паутины и расстояние, необходимое для автоматического приклеивания противников людей к стене. Вот. Сейчас я покупаю. Она стала дороже стоить. Можно вот это выбрать. Опа! Увеличивается сила удара паутины, что замедляет врагов с иммунитетом и обездвиживает стойких врагов. Это мне нравится, друзья. Па-бам! 200 и 200. В общем, мы весь магазинчик купим. Ну, не хватит, конечно. Увеличится сила. Так, еще раз увеличим. Все. Это у меня открыто, это открыто, это открыто, это все закрыто. Слушайте, я не знаю, как-то... А, тут не написано, да? Улучшение технологий. А, их надо добыть. Понял. Ну все, поехали, друзья. Будем невидимками. Устроим им... О, вот это я люблю, друзья. Внимание, он там. Двоих сразу же. О, да ладно. Не обижайтесь, парни. Он в темноте. Теперь смотрите в оба. Как хорошо, что я тут могу... Блин, что за фигня такая? Прятаться? Чё-то я не понял. Что у тебя с очками, чувак? Камень. О, смотрите. Они светят. А, шухер. 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 Проиграл, да? Если шухер, то лучше я вот этих вот возьму. Стреляй на поражение. Понял? Так, парняги. Вас тут двое. Вас тут двое. Блин. Один, верно? Вы все такие Вперёд! Вкусные. Я иду прямо в ловушку. Ай, давайте одного. Надеюсь, я тут заметил. Хопа. Бам. Все круто, друзья. Сейчас... Я, видите, я не смотрю по сторонам, кто смотрит, кто не смотрит. У него такой офигительный костюм. На самом деле. Ууу, бесшумное устранение. Хорошие очки. И двоих тут сразу, супер. Давайте, давайте, давайте. Все равно вы меня не поймаете. Вот и все. Единственный остался, да? Давайте покажем. Как... Паучий рот работает. Опа! Рот пауков. А, блин, заметил. Заметил, пострелил.
Да. Пауки тоже могут, к сожалению, погибать. А человеки-пауки тем более. Да. Не ожидал я как-то очень быстро, я не знаю. Раньше такого не было. Они, по крайней мере, стреляли, еще раз Ты стреляли по должен мне. войти в дверь и дать это Гвен. Надеюсь, она в порядке. Все в порядке. В общем, дубль номер Конечно. два. Род пауков должен выжить. Подозрительно тихо. Это потому, что мы твою мамашу. Так, не ругайтесь. Вернись на пол. Твою мамашу, значит, да? Двоих да, сразу возьмем. Такие в касках крутых. Походу, меня засекли, да? Опа. Да нифига. А вот сейчас к вам, парни, подождите. Сейчас, 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 сейчас. Все будет. А-а-а! Блин, да смотрите, да. С одного удара. Что-то мне надо делать с этим. Мне надо увеличивать стойкость. Я не знаю, тут есть она еще. Хорошо. Ну что, я готов. Вы готовы? Я должен войти в дверь и дать это Гвен. Блин, я надеюсь, не думал, что будет так серьезно. Ты за кого нас принимаешь? У вас как-то подозрительно тихо. Это потому, что мы твою мамашу обсуждаем. Вернись на пост. Так, вали отсюда. А вас я попрошу остаться. Ах, все-таки засекли, да? Нужно побыть вдвоем. Вот так вот, друзья. Мне не нравится, что ты меня игнорируешь. Я как ниндзя. Так, стопэ. Стопэ, братаны. Мы хотим найти тебя и убедиться, что... Опа! И сразу же уходим. Они не смогут меня так подцепить. Смотрите, как они светят. Что-нибудь там видишь? Опа! Прямо из-под носа. Я уже ничего не боюсь. Пытался тихо, а они все равно меня уделывали. Давайте попробуем, чтоб... Заметил, да, меня? Хорошо, парни. Будет по-вашему. Хоп! А тот заметил. Вот и все. Вот. Тихо. Да что такое-то? Парни, блин, смотрите, сколько их висит. Так. Надо вот этого снизу убрать. Где он? Берем его. Хопа. И все. Так, бесшумное устранение. Их осталось всего-то ничего. Нет. Вот сюда, если. Видите, тут. Просто сдавайся и все. А, ну да, конечно. Оу. Хорошо. Уходим. Ну, уже порасторопнее стал. Ну нафиг. Смотрите, как тяжело. Ну раньше такого не было, сразу скажу. Они меня засекают очень быстро. Понял. Тогда я буду так. Побежденного врагов. Ну-ка, что здесь? Ага, комикс. Комикс. Так, откроем. Взаимодействие. Надо их все-таки убрать. Эй, в общем, это я, Человек-паук. Роботы у меня взбунтовались. Есть вакцина против этой болезни. Все будет хорошо. Потерпите еще немного. А, слава богу. Знали бы вы, что мы здесь вычерпели. Гвен, ты где? Все будет хорошо. Я обязательно должен найти Гвен Стейси. Где она? Классный у него костюмчик, она не правда ли? Мы не знаем куда. С шапочкой. Ладно, такой. Я иду за вами. Держитесь. Это, по-моему, из Мстителей. Я пойму больше, когда Ой, буду в из Мстителей. Я забыл, как фильм назывался, тоже в такой маске ходил. Опа, аудиозаписи открыли. Понял, может еще что-то есть, нет? No. Все, вот этих надо браться в кроликов сейчас. Нет. Ладно, хрен с тобой. Да, все, они успокоились, вроде. Все. Ах, их двое. И они, походу, меня заметили. Спрячь его от
Эй, парни! Да что вы? Твой выход, давай! Но! Да елки, я же нажимал, что-то он не идет в сторону. Тут уже не улизнуть, значит, да? Какие-то они серьезные дядьки-то. Давайте тогда разделаемся с ними сначала, а потом уже тот, кто внизу. Больше я не вижу приемов. Не, я могу, конечно, пройти, но мне охота. А хотя я уже разделался, да? Все, ништяк. Проверяем. Хопа. Ну что, как думаете? Двоих надо зацепить. Давай. А вот и все. Остался одиночка. Теперь твое место здесь. Ну что, братан, побьемся с тобой? Или нет? Видите, он на шухере стал. Немного света, и бак, он труп. Все. Смотрите, я как ниндзя. Мне пришлось это сделать. Все. Вот и отдыхай. Окей, ну наконец-то. Слушайте, не с первого чая тут прошел на самом деле. И это только начало. Уровень заражения 75%. Время на исходе. Давайте, пропускаем. Больше, когда буду в лаборатории. Так, паучок. Не правда ли классный костюм? Хранители, вот, вспомнил. Я о мстителе говорил, но... Это из хранителей. Хотя мстители-хранители, знаете, столько всего вышло. Иногда просто можно спутаться. Так, ну все тогда, паучок. Тут где-то что-то есть, я слышу. Хм. Смотрите. Вау. Хорошее зрение у меня, да? Оказывается. Давайте на свет. Тихо, парни. О, смотрите, моя тень. Офигительно, сразу двоих сейчас запечатаем. Так, парни. Больше никого не вижу, да? Оу, ес. Довольно-ка так и неплохо мы все делаем. А, вот. Вот журнал. Сколько вас тут? А, документация. Понял. Не понял. Понял, не понял. А, это я вначале вернулся, да? То есть эти двери тоже открылись. Хорошо. Сейчас прыгаем вниз. И закрыто все. Не пойму пока. А, во. Во, круто. Запчасти или что это у нас? Технологии, в общем, классно. Опа! Вот оно что. Вход в подземную лабораторию. Ну и елки, я хочу спрятаться. Походу не спрятаться, да? Ну как все круто, конечно, тут стало. Вот сюда придется. Давайте взаимодействуем. Ну что, паучок? Работай. Арбайтен. Вот эти пушки надо еще сломать. У нас там есть, кстати, какое-то этот усиление, что с пушками без проблем справляется. Сейчас посмотрим. Но мне надо уровень сделать. Вот он. Здесь я. Здесь куча замков. Прист. Так, давайте я вам покажу. Или вы мне покажете. Вот это, по-моему. Ну-ка. Да. А это что за супер удар? Кстати, такого не было. Проведи атаку в руке Е и нажми мышку левую. Для того, как коснешься противника, чтобы выполнить мощную серию ударов. Слушай, тоже прикольно. Две и там одна. Но я даже не знаю, мне сейчас все надо. Сначала... О, сколько вас же тут много, а? Ну, давайте сделаем так. Первый пошел. Ломаем. Второй. Пошел. Самое главное, чтобы меня эти тупоголовые солдаты не заметили.
Опа. Третий пошел. Смотрите, я очки на них, в принципе, зарабатываю, так что все хорошо, я считаю. Я так допрыгну, да, далеко? Почти через всю локацию пролетел. Окей. Последняя пушка, по-моему, да? Всего-то 5. Ну вот, технологии дали. Понял. Теперь я тут. Роботы, роботы, роботы. Роботы. Давайте взаимодействуем. Там другой, другой еще. Давай, давай, давай. Да-да-да-да, уходим, 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 уходим. Оу, нет. Оу, нет. Опа. Давай уходим, блин, не на ту кнопку. Так, надо спрятаться. Слушайте, я же могу их еще это, беззвучно убить. Так проще будет. Мне с ними очень проблематично драться. Они довольно-таки не слабые, скажем так. Как минимум. Твою дивизию. Там еще солдат, слушайте, а давайте с ним разделаемся. А то он какой-то страшный с такой пушкой. И он один. Привет, солдатик. Нет. Он не хочет ничего. Слушайте, ему бесполезно с ним. Так. Ну, у меня не получается его так уничтожить, знаете. Я размечтался, походу, да? Где он? Твою дивизию. Ладно, хрен с тобой. Он, видимо, настолько крут, что мне его только так придется. Держи. Ну вот, если так. Уедет-ка. А вот и генератор, друзья. Ломаем его, да? Эй. А это тебе? Ну что, давай, 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 давай. Так, первый готов. Нужно найти еще один замок. Какие-то прямо гигантские вот эти вот штуки. Потом сюда надо, да? Ну что, уничтожим вот этих вот... Я не знаю, как их назвать еще. Крабов хренов. Вот так вот. Делаем, делаем, делаем. Давай, давай, давай. Уходим, 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 уходим. Хрен нам подальше. А если я так отсюда? Умри! Опа! Давай уже ломай его! Ну, как-то так. Давай, 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 все. Теперь ломаем. Ну вот, все-таки так проще, чем, знаете, я пытался с ними разделаться. Впрямую, в лобовую, скажем так. Что это? А, да фиг с тобой. Давайте на другой утес пойдем. Оу, ходят тут, знаете, и никого не трогают, типа. А нифига. А может вот так вот и буду их уничтожать. О, тут, по-моему, дядьки. Серьезно, друзья. Походу, я попал. Ты расписался в своей слабости. Я тебя найду. Ну, ладно. Я не против. Сначала его уберу. Уходим, уходим. Ладно, хочешь драться в темноте? Ёлки. Вот. Твою медь, а.
убил бы его уже, уничтожил, скажем так. Ух ты, что он там делает? Ниндзя приемы? Впечатляющее. Твоя жизнь дороже. Держи. Ну, наконец-то. Побудь в одиночестве. Вот так вот с ними надо. Не церемониться. Ломай уже, ломай, ломай сюда вертушечку. Вторую колонну я уничтожил, я вижу там кое-что вкусное. Возьму с замками. Третий генератор, да, надо. Хорошо. Для начала делаем так. Так. Можно вот это вот сейчас и схренить. Схерить, я обычно говорю. Опа! Убираем дядьку. И остались только машины, да? Еще один. Тем более щитом. Ну, меня увидели, но... Может, здесь тебе и место? Посмотрите, сколько я уже устранил. Не надо... Ай, елки. Больно? Слушайте, достал меня. Ну что уже, получай, получай, давай. Вот так вот это. Все по-голливудски. Теперь можно было тумбочкой или холодильником там долбануть. А такой тип в рывке. Кого атаковать? Нет, тут, знаете, тут вкусняшка где-то была, я видел ее. Давайте посмотрим. Осмотримся, по крайней мере. Вот она. Она мне очень нужна, я считаю. А, где? Вот здесь вот. Вот так вот. 105 всего. Ну что? Третью колонну пойдемте. Ломать. Друзья, товарищи. Привет. Здесь ученый продолжает работу. Я не понял. Раз, два, три, четыре. Как сделать, чтобы... Чтобы вот как-то это, на двоих перейти. Хрен с тобой. По очереди. И еще один. Так, пока двоих, да? Из шести, по-моему. Так, парняги, а если вас вот... Вот-вот-вот, не получается все равно. Хрен с тобой. Раскучался. Сейчас они меня бомбить будут, конечно, но... Я вот сделаю вот так. Пора кончать эту игру! Навсегда! А у нас тут паук! Оу! Да ладно вам, парни. Ладно, Дэвид Блейн, твоя взяла, выходи! Они, видите, подсвечивают тут команду все. Слушайте, ну ладно. Давайте сделаем тогда. Тебе конец! Иди за ним! Опа! Апперкотик! Ух ты, это круто, друзья! Я даже не ожидал такого. Воу! Это было больно, наверное, им? Так. А, как-то я не ожидал такого приема, на самом деле. Но он есть. Взаимодействие. Давайте смотрим все тут. А, мне, наверное, на второй надо этаж, да? Или там нет второго? В общем, сейчас посмотрим. О! Солдафоны, да? Точно. Здорово. Единственный с автоматом, с пулеметом даже, скажем. Вот и все. Вот и отдыхай нафиг. Что это? Аудиозапись. Окей. Ломаем. И поехали. Колонна. Надеюсь, это последний замок. Последнюю колонну уничтожить. Слушайте, как долго, да, мы с этими колоннами взаимодействуем на самом деле. Куда? Я даже не знаю, куда идти. Ну-ка. А, здесь, да. Так, наверное, вот сюда. Да. Привет! Обратите внимание. Привет, медведь. А двоих сразу нафиг. Я не побрезгую этим. Ой-ой-ой, стреляет же в меня. Не могу. Он же был здесь. Прямо здесь.
Давай, давай, иди ко мне. А, заметил, гад. Я только хотел его этого же. Все эти свои... Хочешь драться в темноте? Пусть будет так. Давай, 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 иди сюда. Двоих. Твоих, красавчик. Так вот. Ну и... Нет, не последний, оказывается. Прямо с ним уйдешь, Человек-паук. Сразу же его. Смотрите. Будет больно. А так вот. И ты еще там куда? Ну что? Я подумал о карьере дизайнера по интерьерам. Парни. Все спят. Ну что, вроде сюда. О, смотрите, я могу лазить, конечно, еще через эти норы. Опа! Парняга. Сейчас мы тебя тут используем. Где он? С другой стороны, значит. Давайте по-быренькому. Спокойной ночи. Ломаем. Наконец-то. Руки уже. А, давай. Ну вот так вот как-то. Спасибо за экскурсию. Очень познавательно. Теперь к остальным аттракционам. Ну, блин. Пора спуститься ниже. Что только не придумают. Давайте сюда зайду на самом деле. Может, что-то интересное дадут? Будет, я имею в виду. Потому что я давно по таким ущельям не лазил. Оу, ее! Комикс. Их уже у меня, знаете, этих комиксов. Даже не пишут, сколько, по-моему. Так, как там большое количество пути проделал. Так, это автомат, кого я уничтожил. Ну, как сказать, уничтожил. Кстати, они пропадают, нет? Нет, висят. Висят, парняги. Оу-е. Слушайте. Там пожарная безопасность, которая льет, по-моему. Так, 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 так. Тихо, 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 малый. Давай, малой. Давайте тогда я наверх попробую. Ну что? Куда мне тогда? Сюда, получается? Вот сюда, да. Тут, мне кажется, бойня будет, на самом деле. Это последнее, что мне сейчас нужно. Давай. А, током, да что такое-то? Вижу гибрида. Запускаю дезинфекционные. Это что такое было? В общем, это охранная система, видимо, так сработала. Ну ладно. Давай, 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 давай. Сейчас все будет хорошо, друзья. Надеюсь. Спасибо за экскурсию. Очень познавательно. Теперь к остальным аттракционам. Ну что? Даже как-то страшно, на самом деле. Вижу гибрида. Запускаю дезинфекционные процедуры. Это последнее, что мне сейчас нужно. Мама. Вижу гибрида. Я не понял, что делать. Но сейчас я пойму. В общем, электричество по всей площадке было похоже. Да. И я что-то немножко повелся на это. Спасибо за экскурсию. Очень познавательно. Теперь к остальным аттракционам. Давайте. Я думаю, не раз это еще слышать буду. Ну-ка, может тут. Давай, спади. Вижу гибрида. Запускаю дезинфекционные процедуры. Это последнее, что мне сейчас нужно. Вот и на потолке, и внизу, так что... Пожарить меня хотят, вижу, да? Вижу гибрида. Запускаю дезинфекционные процедуры. Давай! А то хрен уйдешь еще. Да. Воу. Смотрите, это опасно было. Если вот сюда встану, мне кажется. Вижу гибрида. Как-то уже заранее. Давай, давай, давай. Уходим. Чуть-чуть. Такое ощущение, что оно все больше и больше. А вот это безопасное место, да?
Может, я ошибаюсь, конечно. Вижу гибрида. Запускаю инфекционные процедуры. Не-не-не, подождите. Так, о, у меня новый вход. Улучшение, yes. Yes. Ну что? Вот это да, друзья. Доберитесь до зоны карантина. Ну не правда ли круто, да? Крутой костюмчик. Такой еще боец невидимого фронта. А, так, там что-то есть. Верните мне деньги за этот аттракцион. Ну что? О, серьезный малый. Давайте я. Так, тут у нас мало очков, конечно же. И... улучшение мы новое, да? Нашли что-то. Я так понял. Теперь я... До меня дошло. Проводите атаку в рывке. И нажимаю. Блин, офигеть. Ладно. Будет еще время попробовать. Когда мы ее сделаем, конечно же. Ушел он. Прыгаем сразу же сюда. Человек-паук здесь появится? Ведь нас здесь так много. Даже не знаю. Но пока зарплата капает, мне плевать. А теперь заткнись. А то босс напомнит, что нам не за болтовню платят. Точнее сказать, мне платят слишком мало, чтобы еще выслушивать твой трёп. Давай уже. Потихонечку. Раз, парни. Все, устранил. Вот так вот и будем. Хоп, еще одного. Третий подряд, да? Вот и все. Серьезные парни. Держите подачку. И один остался, самый мощный, да? И он даже не заметил. Да. А нет, походу, что-то там подсветил уже. Видимо, он увидел, что никого нет. Твое место здесь. Да. Yes. Не понял. А еще тут, да? Немножко заблудился даже, походу. Так, отсюда я пришел, да? Лады, я обратно вернулся. Ну вот, я думаю, здесь, друзья, можно и закончить. Сейчас я посмотрю. Мне надо сохраниться. Вот, и вам будет легче. И мне проще. Это я... Куда здесь заперто. Опа. Ну ладно, после вас, парни. Сколько же их много, а? Придется вот так. Давай. Врешь, не уйдешь, гад. Топы! Слушайте, я же их так могу взять. Пора кончать эту игру! Держи. Посветил как раз, видите? В порядке очереди. И вот так вот. А, так, вот одного все-таки устранил. Слушайте, я а еще знаю, я могу? Что ты там, хоть и не вижу тебя. Да ладно, парни. Он выносит нас по одному. Хопа! Я научился немножко действовать по-другому. И также сейчас проделаем этот путь. Вот так. Уже не буду с потолка действовать, да? Отлично. Мужчина. Можно было, кстати, баллоны. То я бегал и не видел его. Ну что? Yes. Так, понял. Бесшумное устранение у меня получится, нет? О, там их двое. Там их четверо. Парни, извините. Это было... Это вам показалось. А, опять заметили. Да что такое-то? Я, блин, в гнезде в этом. Опять такая фигня. В общем. Смотрите, кто пришел!
Вон там. Да. Сейчас я буду так прыгать, пока меня не завали, скорее всего. Человек-паук. Уходим. У-у-у. Хорошо, парни, сейчас все будет. Так, потихонечку, помаленечку. Нет, он там светит. Эти там, блин, их уедет-ка. Так, ломаем эти пушки тогда. Они меня достали. Зря я это сделал, конечно же. О, прячемся. Вот сюда. Поймаю, вот увидишь. Вот он, взять его. Смотри. Не, так не пойдет. Давайте ломаем. Ломаем эту пушку. Блин, с вами. И я делаю большой забег отсюда. В общем. Надо разделиться. Сбор через 20 минут, если не найдем. Надо от них валить, на самом деле. Смотрите, какая банда. А так вот, наконец, хотя бы одного. Так, парняги. Вас тут уж больно как-то много. У-у-у. Давайте двоих возьмем. Можешь порешать сканворд, если хочешь. Ну елки! У меня что-то с головой. У-у-у. Проехались, да? Смотрите везде. Найдите его. Чем раньше, тем лучше. Держи, парняга. Смотрите, я уже. Мне пришлось это сделать. Приспособился на самом деле. Кто пришел? Не. Вот здесь вот. Еще вот так вот. Кстати, подождите. Нет. Вижу цель. Ну как-то он не хочет, да? Может так? Я почему-то... Они, видимо... у них тревога, когда поднята, их нельзя вот так просто укокошить, как я хочу. Оу, детка. Все. Осталось двое, да? Двое, я имею в виду, с этой стороны. Вот. Ломаем их. Вот и все. Ну, наконец-то. Вы так хорошо смотритесь вместе. Немало мне стоило, на самом деле. Вы кто? Кандидаты в фан-клуб Спайдермена? Что ж, второй генератор. Я думаю, это не проблема на самом деле. Уже не проблема. Он идет. Эй, елки. Так. Вот так вот. Делаем с ним. Какой-то это... Лысый бандит. Одна плюха в одни руки. Наемники тут такие тоже. Ух, меня кто-то стрельнул. Эй, ты откуда, парень? Мои служебные обеты. Хорошо. Где ты там? Ты не входит розыск, урод. А вот так. Достал. Так, улучшение технологий круто, друзья. Оказывается, я всех их похерил. Я здесь был, да? Я-то думал. Но, почему он туда прыгает? У меня тут тоже, что ли? Ну что, друзья, давайте я не буду бегать. Спасибо всем, кто меня смотрел. На сегодня серию закончу. Мне очень понравилось прыгать вот таким паучком. Комментируйте, ставьте лайки. Ну, всем пока.